Ольга Самойлова – хранительница русской истории и культуры. Изучает народное творчество всю жизнь. Свои знания передает подрастающему поколению на занятиях по народно-прикладному творчеству в объединении «Теремок» при филиале Одинцовского центра эстетического воспитания. Мы теряем русский язык, мы теряем русскую культуру. Мы теряем общение друг с другом, да, как у нас было принято, гостеприимство, ходить друг к другу в гости. Существовали определенные правила, правила поведения. Сейчас, к сожалению, этого всего нет. Но, тем не менее, это интересный образ жизни. И детям это очень нравится. Ее кабинет словно маленький музей. Здесь, как в настоящей русской избе. Печь, старинные часы, самовары, предметы быта. Занятия по декоративно-прикладному творчеству проходят в уникальной обстановке. Каких только предметов народного быта здесь нет. Например, с помощью этого раньше стирали белье, а с помощью этого гладили. Узнать о таких необычных предметах можно на занятиях два раза в неделю. Двери центра открыты для ребят даже в выходные и каникулы. В свободное от учебы время каждый сможет найти здесь досуг по душе. У нас работают такие направленности, как естественно-научная, туристско-краеведческая, физкультурно-спортивная и художественная. То есть выбор достаточно большой. И детки, которые хотят чем-то заниматься помимо школы, они всегда найдут себе здесь занятия по душе. Для любителей экстрима – спортивно-туристический клуб «Полярная звезда». Здесь расскажут, как правильно разводить костер, ставить палатку, научат взбираться по отвесным склонам. Там встегивают самостраховку, встегивают спусковое устройство, отстегивают самостраховку, спускаются. Анастасия Пономарева занималась туризмом несколько лет. Теперь увлеклась творчеством. Решила научиться рисовать по стеклу. С волнением показала преподавателю свои работы. Ее заверили, что любой из ее рисунков можно перенести на стекло. У ребенка любовь давняя к рисунку. И ходит одноклассница. У нас очень рекомендовали и педагога, и то есть данную студию. Соответственно, решили записаться, попробовать. Фотостудия, мультипликация, гитара, английский, клуб «Юный натуралист», геология и многое другое. Здесь скучать не придется, говорят педагоги. Записаться на занятия можно через сайт госуслуг или по телефону центра. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».